Всем привет, я Скиф, это игра под названием War Pips, продолжаю в нее играть, и в общем-то она залипательна. Хоть она и внешне, визуально вроде как проста, но на самом деле достаточно глубока в плане механик. Об этом нам и пишут разработчики, в общем-то, но оно так и есть. Добрался я до второй карты, уже немножечко по ней двигаюсь, плюс у нас уже в отряде появляется техника, то есть возможность оснастить наш, по крайней мере, отряд некой техникой. Так, где она там? Что у нас тут есть? ЛРМ есть. Мощная техника для поддержки подкрепления, призывает бравых вояк, не расходуя довольствия. Ага, с прокачкой, соответственно, все становится и того лучше. А стоит аж 3 медальки. Это суровая штука. Тут мы можем что-нибудь докупить. Но я бы подкачал улучшение. Уже бронежилеты имеются, да, торговца немножко качали. Тут кнопка штурма и обороны заряжаются быстрее, что приятно. А хотел я, за убийство дают больше опыта. Боевую подготовку взять. Ну и потом можно технику подкачивать. Вот сюда я вот и вообще двигаюсь. Тут снайперов дают в награду, тяжелые пулеметчики. Тут вообще как бы так нормально дают всего. Ну и врагов много. Поэтому нам надо туда как-то пробраться. Ё-моё, тут тоже вон не тапком деланные ребята. Груз 78. Танюха, герой, элитный воин, эффективно против пехоты. Дают снайпера, станок-качалку, наемников дают, ЛРМ. Дробовщики, бойцы. Так, ну давай чем-нибудь интересным оснастимся. Ну, технику мы пока прибережем. Возьмем, наверное, бравого снайпера. Чем-то нам надо стопудово отстреливаться. Возьмем вот такую вот пушку. Возьмем подкачку нефти. Блин, у меня обычные вояки заканчиваются к 100. Давай вас возьмем тогда. Возьмем вас. Щитовик может вперед переться на самом деле. И, наверное, здесь он и будет повыгодней. Чтобы вот этих дохлячков засейвить, да? В принципе, звучит как план. С пушки будем стрелять, отсюда будем делать деньги. Ну и если что, гранатку кинем. Тут уже надо, наверное, посолиднее закупаться на задание, потому что могут поднавалять. Ну, у нас локации меняются. Периодически мы на разные местности деремся. Это забавно, это занятно. Тут еще бывает там как-нибудь техника выезжает, еще что-нибудь. Как там разное и так далее и тому подобное. Это прикольно. Так, две этих. Давай сюда. Давай сюда. Давай нашу гопоту вышлем. Но надо до второй звезды, там они по два выходят, тогда это как-то более существенно. Ну и мы еще тут пушкой можем пользоваться. Она перегревается, но меткость у нее такая себе очень. Но делать дело можно. Давай быстрее-быстрее прокачиваем. Дохните! Там наших работяг убивают. Так, вышка стоит сатен. Та, что нефти. Давай, добывай нефть. Так, бронированный появился. Вперед. Давай обычных. Ну да, пушка, конечно, супер меткая в кавычках. Перегрев. Но я пытался попасть. Ловите дыма. Опа, все, сейчас по два пойдут. Ну и надо расширить отряд. Ой, я надеюсь, наши в дыму в этом не отравятся. То было бы печально. Давай расширять отряд. Давай, две нефтевышки. Давайте, давайте вы там не умрете. Так, кого-то подбиваю периодически. Вперед. Ускоряемся. Ну, блин.
дым! Даешь дым. Даешь еще гопоту. Блин, не так-то просто штурмануть. Что у нас еще есть? А все, у нас ничего больше нет. Внимание, приближаются вражины. Это не очень-то хорошо. Денег много. А вон, Танюха пришла. Танюха сейчас подрешает вопросы. Нам надо больше бронированных. Но это не точно. Так, Танюха там жива? Танюха жива. Что ей будет? Давай мы попытаемся пострелять по ней. Так, надо ее сначала убить, потом бежать вперед. Давай, бронированный. Так, минус Танюха. Отлично, за нее опыта насыпали. Денег, по крайней мере, у нас много. Го в атаку. Наглый пуш. Назовем это так. У нас вон там целая толпа просто гопоты мелкой. Казалось бы, с одной стороны. Но с другой стороны, как ни посмотри, тоже мелкой. Больше нефти, богу нефти. Будем делать нефтяную державу тупо. Вроде как рабочая схема, я слышал. Посмотрите, тут толпа гопников. Так, ну окей. Станок-качалка. Со временем обеспечит большим притоком наличек. Снайпер есть. Ну, танковые ребята вроде как неплохо себя зарекомендовали. Сейчас попробуем технику обкатать. Ну, тут уже надо будет явно использовать ее. А тут, смотрите, авиаудар уже есть. Чё так нет? Так, ну мы идем сюда, тут УАЗ, баги всякие, торговцы оружием, что нам тут продают, ракеты, кстати. Давай купим, ракеты это хорошо, кстати. По оснащению все не так-то сейчас будет просто. Давай вот эту супер-убер-технику, пулеметчика купим. Так, гопарей возьмем, пулеметчик, ты... Оборону будем турельками держать, если что. Так, нефтевышки, кстати, прикольная тема. Го нефтевышку. Поехали. Так, здесь опять у нас некий мост. Попробуем на турельках выехать. Турель. Гапари. Тут аж 3 звезды влить надо. Попробуем влить максимально быстро. Так, гапарик. Его, по крайней мере, ушатали вражеского гапарька. И нам нужно много денег, да? Через минуту только станет доступен тяжелый. Бро. Так, давай. Оборону. Вряд ли эти гопари у нас местные прорвутся сейчас особо далеко. А, да, прям прокачивать надо. Ну да, их сейчас дует. Ну ничего. Все плюс-минус по плану. Давай еще два. Они без прокачки вообще мало чего из себя представляют. Но я хочу посмотреть, что техника нам даст. В принципе, нас вряд ли штурманут. У нас тут турельки стоят. Первые левела мы достаточно активно должны получать. Вот, там турельки еще защищают. Это ли несчастье? А вот там уже баги вражеский поехал. Окей, окей. Турельки работаем. Баги это не очень-то хорошо. Так, нам надо тяжика выпустить. Пусть тяжик погуляет. Я не помню, сколько он стоит по деньгам. До тяжика еще время. Надо дотянуть, 70 стоит. Сейчас турельку одну разберу такими темпами. Так, а толпа там еще не скоро, в принципе, у нас есть время. Открываем. 125 монет, окей. Копим деньги. Турель слили. Неприятно. Ну, мы сейчас тяжика возьмем.
Музычка еще такая эпичная. Пошел. Из минусов он дофига какой медленный. Так, эти через колючку долго идут. И там еще вот эта шляпа, которую бы надо расшатать. И нам надо как-то деньги накопить. Надо бы вообще нефтевышку ставить, конечно же. Ой, как надо. То денег будет катастрофически не хватать. А нефть наше все, как известно. Так, тяж идет. Тяж идет. Тяжу нужна, конечно, подтанцовка. Давай, пару гапарей отправляем. О, тяжик работает. Он, правда, не идет, а плывет, посмотрите. Вышагивает, я бы сказал. Гапари догоняйте. Гапаридзе. Такс. Сейчас мы вот сюда вот попытаемся влиться. Копи-копи, 126 это не так-то много. Пока там вот эта вот Великая Орда на нас не напала, надо успеть как-то отбиться. А, ну тут небольшая сейчас Орда будет. Мини. Мини-версия, так сказать. Так, тяж пока жив, это радует. А, тут три места аж надо, или сколько? Да. Отправляем технику. Поехала техника. Турель. А, он просто привез работяг. Так, больше места. Так, и нам надо теперь их прокачать. Так, дальше вези. А, он тоже шмаляет. Шмаляет, окей. Двигаемся тогда. По-любому надо успеть прокачать. Либо еще один танк призвать. Как вам план? Ну или не танк, а ЛРМ, что там это было. Ну тут надо тогда расширить. Вроде как идет. Смотрите, план капкан, план захват. Вроде работает. Плюс левел надо. Так, у нас одна вышка нефтяная. Во вторую. Так, ускоряем. Может, мы и так уже пошатаем? В принципе, вроде бы справляемся. Там сейчас пойдет волна большая, но она уже не выйдет. Блин, ну техника неплоха, слушай. Протанчили. Протанчили. Одобряю. Так, тяжики, рой дронов, собаки-покусаки. Все как мы любим. Хорошо, это очень даже было неплохо. Так, теперь хочется сюда. Ну тут прям серьезные какие-то тут времена наступят. Ну и серьезные награды, да? Давай тогда оснастимся вот такой вот качалкой прям суровой. Дронов возьмем. ЛРМ хороша. Нужна ли она нам сейчас? Думаю, что да. Обычных работяг. Качать будем, соответственно. Бочки с нефтью покупаем. Сразу. Так, это наша техника. А что мы там копим? Раунд начинается с одним дополнительным удовольствием. Кстати, тоже неплохо было бы прокачать. Вроде бы этого должно хватить, я надеюсь. Хотя тут, конечно, вроде как все и серьезно может быть. Но погнали. Погнали, попробуем. О, много денег надо. Так, так, так. Поехали. 160, что ли? Цифры не очень хорошо видны. И нам надо быстренько ЛРМ эту открыть. Так, плюс бабло. Давайте пока перестрелку тут видите. Опа, бочка хорошо взорвалась, качественно. Еще сюда денег. Ну, 160 не такая уж и проблема набрать. О, там уже техник, там снайпер.
блин, у нас сейчас просто ушандарахают. Давай нашу технику сначала запустим. Там бочки перезаряжаются. Тут смотрите, сколько снайпера, там не снайпера. Всяких говнарей хватает. Ну, давайте от обороны играем. Играем от обороны. Плюс бабло. Сейчас еще будет плюс бабло. Нам надо пул солдат ширить. Так, одна техника есть, надо бы еще. Сейчас небольшая атака массовая, ее надо пережить. Так, дроны. Так, будет сюда пока вкладываться. Где дроны-то, алло? А, их надо назначить. Ну да. А, ну вот так работает. Я и совсем забыл. Давай еще технику. Вот технику, рашим. Качаем. Раш, 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 раш. Нам надо зарашить успеть в идеале. Так, прокачали, супер. Вперед, вперед, алло, харе стоять. Че стоим, кого ждем? Больше нефти, богу нефти. О, они издали бьют. Отлично. Ширим. Так, у нас два. Две боевых единицы, так скажем. И пока все вроде в норме. А я могу туда бомбами? А не, бомбы туда я не могу. Я могу просто вот так вот сделать залп. Сойдет. М7 застрельщик. Мощный боевой танк. Сейчас потестим тогда и танк. Боец РПГ. Так, ну тут мы можем и подфармить что-нибудь. Ну тут интересно. КН-38 Пума. Мощная техника для атаки. Ну давай с нее, наверное, стартанем. Я хочу просто... Так, во-первых, улучшение. Вот это сделать. Тратим, да? У торговца оружием скидка. Давай нефтевышку берем. Нефть — это хорошо. Как мы выучили уже. А вот это вот вообще как не в себя качает. Стоит, конечно, дорого, но стоит того, да? М7 застрельщик, давай протестим. Какой-то там застрельщик, на самом деле. Возьмем одного тяжа. А, жди, тяж же доступен не сходу. Так, ну берем бомжей. Берем технику. Берем нефтевышку. Так, техника что стоит? 4 аж стоит, 150 денег. О, нам надо будет как-то продержаться, да? Как-то надо будет продержаться. Кто там еще может помочь нам в этом плане? Ну, давай тактика возьмем. То есть тактик. И вот так. Так, я надеюсь, мы продержимся, да? Так, а кто там против нас еще раз? Стрелки, дробовщики, бойцы... Это техника боевая. Давай ракеты потестим, окей. Ладно, не, ракеты, наверное, слишком уж. В бой, поехали! Не сыть. Главное не ссать. Так, разворачиваем. О, что-то приехало. Так, ну тут, конечно, надо нормально так потрудиться. Оп. Можно сразу нефтевышку ставить. ГПРей запускать. Айда фармить. Нефтевышка сразу деньги фармит.
Ну, кстати, да, плюс одно удовольствие, это приятно. Ой-ой-ой, там сразу какая-то техника поехала. Ну сразу орда просто, вы чё, рофлите? И как нам это пережить? Как-то надо переживать. Сейчас эти появятся хотя бы, ребята бравые. И надо как-то прогрейдить всю эту историю. Тут надо будет отбиваться, тут, конечно, тяжко нам будет. Нам будет явно тяжко, инфосотка. Полтишок стоят более солидные ребята. Так, давай, скоро мы танк купим, и все пойдет, я надеюсь, на лад. Так, иди сюда. Тактик. Нам нужны танки. Нам нужны очень танки. Максимально очень сильно нужны танки. Давай еще тебя. И надо габарей помельче. Так, тихо-тихо-тихо, к нам подходят, я понял. Го. Блин, нефтевышку сейчас шлепнут. Можно плюс левел дать? Тут бомбардировки будут? Не, алло. Можно танк? Так, пока все хорошо. Могло бы быть. Давай, наш объект долбят! Так, танк. Оборона. 150 тысяч надо. Так, плюс деньги. Блин, я не ожидал, что тут будет такая давилка. Нам сейчас на танк как-то надо накопить, но я хз как. По-моему, нас сейчас просто снесут. Пожалуйста. Отбивайтесь. Мы в дерьме. По-моему, мне кранты. Я на танк сейчас никак не накоплю за это время. А он только появляется и дохнет. А тут техника пошла на нерест. Фу. Да, тут нужна гораздо более жесткая оборона. Этого недостаточно. И танк долго, ну, долго инвестиция довольно-таки. Окей, окей, просрали ресурсы. Сейчас будет матч-реванш тогда, да? Жестко. Блин, ну я хочу танк посмотреть в деле, но это дорого. И там сразу, значит... А сведения миссии там показывают вообще что-нибудь, какую-нибудь инфу полезную? А-а-а, вот, для тупых. Тут сразу видать, что волна врагов будет сходу. И от этого можно плясать. Что-то я не догадался. А раз волна врагов сходу, то значит нам нужна оборона стопудово. Пушка нужна. Танк берем таки. Нефть берем таки. Работяг берем таки. Тяжика берем таки. Потому что обычные бичи там вообще не вывезут. От слова совсем. И тогда в бой. Вот теперь должны втащить. По крайней мере, я на это надеюсь. Все, поехали. Да, меткость, конечно, огонь. Ой, кого-то попали. Так, ну вышка нужна, как ни крути, это инвестиция в светлое будущее. 50 секунд до тяжика. Ну, давай больше обороны. Ну, тут надо отбиваться всеми силами сейчас. Так, давай подрасширим пока состав.
А то оборона пипец как нужна. Вот когда поближе они подходят, по ним, по крайней мере, проще попадать. Уже радует. Давай от обороны играем. Копим на танк. Танк должен решить все наши проблемы. По крайней мере, я в это верю. Потому что если не танк решит наши проблемы, то я хз что. Плюс танк. Все, поехал. Давай, родимый! Наказывай! У-у-у! Хорош. Это было прекрасно. Так, тяжика надо бы еще купить. Ладно, давай подтанцовку танку. Бля, что творит? Разматывай этих говножруев. Тяжика нам сюда, пожалуйста. Бля, просто бронетехнику вражу выносит. Не, ну танк хорош. Блин, ну вот эта пушка, конечно, говно. Попробуй попади, нам бы еще одного тяжа. Поехали. Еще бы один танк было бы совсем прекрасно, наверное. А, еще бы неплохо прокачать это все дело. Давай попробуем. Воу, по нам дым запустили. Это да. Так, танк пока живой. Танк более чем живой. Наказывай. Давай, строим оборону. Тяжи идут на нерест. Так, ну танк пока тут втанковывает. Как бы это ни звучало. И нам бы еще одну нефтевышку успеть пока ткнуть. Что не бывает мало нефти. Мы прям через волну на танке прем. Получается имба! Ну давай, грейдим. Еще бы один танк запустить была бы совсем липота. Все, минус танк. Минус танк. Так, я забыл ускорением воспользоваться, кстати. Копим деньги на танк еще на один. Так, у нас там тяжики, кстати, в атаке. Тяжки-то это уже неплохо наказывают, я должен сказать. Весьма качественно. Я бы даже сказал, наказывают. Давай ускорим штурм. Танк. Ускорим танк. Езжай. Так, ширим ассортимент. Плюс тяж. Ускоряем. Два тяжика, смотри, тоже наяривают. Успеет танк вообще в целом, или он тут уже не нужен? Ля, танк тоже ворвался. Грейдим. Все, пора выносить этих говножуев. А могу я во вражую машину попасть? Ну, в теории, наверное, да. На практике, походу, нет. Так, шатать, шатать, шатать. Качать. Больше нефти! Ну, думаю, целевому объекту тоже кобзда. Так, ускоряемся. Танк, правда, не так, чтобы часто стреляет. А там почему пулеметик на танке не стреляет? Не хочешь? Было бы весьма кстати. Давай второй танк. Ооо, нифига они тут спецэффектов зажгли. Сейчас, по-моему, танк ушатают. Я, конечно, не эксперт, но все к этому идет. Ну там сейчас волна закончится. А без волны что вы можете? Что-то мне подсказывает, что мало чего они могут без волны, без своей. Дай левел. Левел надо. Нужна медалька срочная. Отлично. Все, вкачали на максимум. Ай-яй-яй, минус танк. Еще один танк отправляем. Так, и нужна подтанцовка в виде обычных бойцов. Рядовых вояк, так сказать. Мы туда можем попасть, ну-ка? Попробуй дострельни. Не очень-то, да? Очень не очень-то, я бы даже сказал. Так, давай обычных бойцов. Второй танк поехал. Целевой объект, ну почти же раздолбали. Айда наказывать. Так, ну все, вроде бы.
О, нет, танки это хорошая тема. Но танкам на помощь нужна еще пехота просто, чтобы шмаляли. И враги тут тоже начали домовухами и прочей сранью пользоваться активнейше. Это забавно. Ну, давайте на сегодня на этом и закончим. Мне нравится, как игра обрастает, так сказать, глубиной и вариативностью. Это прикольно. В общем-то, всем спасибо, кто смотрел видео. Подписываемся на канал, если еще нет. И всем всего хорошего. Пока-пока.